Что тут у нас? В сарай корм. Это что за зверь? Зверюга. Эй, зверь, привет! 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 Не успел поймать. Что это за зверь тут? Это что за зверь? Это зверюга наш. Ты кто, мальчик, девочка? А? Кто ты, мальчик, девочка? Смотрим. Спрятал. Не дает смотреть. Девка, ё-моё. Ну, капец. Это корма. Охраняешь корма здесь, да? Ты здесь охраняешь корм? Ну, ты молодец. 2,5 тонны комбикорма набрали. Вот. Зверь охраняет. Охраняет здесь. Кошка здесь с ним. Клетки готовы. Наверное, они будут здесь держать, да? Они будут сюда загонять. Потому что наши поросятки нашли себе другое место проживания. Показывал. Снимал уже, точнее не показывал еще. Свинотой. Хрюни. Хрюны. Привет. Привет. Такие хрюны у нас. И они, короче, спят в подвале. Вырыли себе там. Пойду, не буду заходить к ним. Они не дают прохода. К ним подходишь. Они начинают, кстати, вот такой вот интересный желобок сделать, чтобы засыпать комбикорм, не заходя. Гранул. Засыпаем. Вот здесь вот. Вырыли они и залазят туда. Вот так. Ну что? Что? Что вы нюхаете меня? А ну не жрать меня! Не жрать хозяина! Ух ты, кусаешься, ты кусаешься, что ли? Эй, рыженький. Какие любопытные, оказывается. Какие вы любопытные. Разворотились здесь. Видите, разные породы. Вот этих уши так закрывают. Этих нет. Тот закрывает уши. Этот нет вроде. Тот сильнее. Это помесь с дерьком. Это ландрас с перпином, что ли. Вот